Мы вышли на прогулку в Белгородский парк на Харьковской горе. Называется этот парк Южный. Сейчас он переживает, так сказать, очередную уже в современном ключе реконструкцию. Обновили вот здесь и дорожки, и все остальное. А вот здесь находится церковь. Церковь называется Церковь Георгия Победоносца. Вот то, что левее, это старое здание храма. Вот. А это новая церковь, построенная сравнительно недавно. Буквально, ну, уже почти что, наверное, 6 лет назад. А то здание постарше будет. Здесь гуляют дети, вон там детская площадка. Там племянник резвится. Там есть еще неподалеку фонтан новый, но пока что он еще не заработал. Потом сниму, когда наступишь на него, из пола бьют струйки. Вот. Ну, посмотрим. Церковь построена, как видно и очевидно, в русском стиле. Бревенчатая, с большим количеством, с использованием дерева. Вот тут целый комплекс, вот этот храмовый. Ну, камень, конечно, тоже есть. Современные технологии использованы. Ну, естественно, храм православный, поскольку это Россия. А русская православная церковь. Вот так она вот. Там еще есть постройки, которые принадлежат церковному комплексу. А вот это вот вид сзади, вот за березой, вид сзади того храма, который в гугле, в поисковике, когда набираешь «погода Белгород», вот, даже нет, это Yahoo, вот, дает именно вот этот храм, только спереди. Вот это вот старая часть храма Георгия Победоносца. Вот это новая церковь, выстроена, как я уже сказала, около 6 лет назад. Этот храм горел, был поврежден очень сильно во время пожара. А сейчас вот отреставрирован, отстроен заново. И выглядит вот таким образом. И прилегающая территория. Все это находится около парка Южный. Здесь даже еще работы продолжаются. Вот как видно, там стройматериалы лежат. Там люди ходят, гуляют. Так что в парке работа еще идет.